Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Супер Игрушки, и мы на каникулах вместе с монстриками. Я сейчас нахожусь на отдыхе, зашел в магазин и нашел вот такие вот здоровские пакетики. Посмотрите, какие они классные. Все же знаете, что я эту коллекцию собираю. И мы открывали вместе с вами такие зеленые коробочки, их домики. А здесь я нашел вот такие пакетики. Будем пробовать собрать новые фигурки. Если не смотрели прошлые выпуски, смотрите обязательно. Там много классных фигурочек. А сейчас мы будем искать новые, которых у меня нет в коллекции. Давайте начинать открывать. Мы видим на заднем фоне у нас красивое море. Сейчас я открою и пойду купаться вместе с монстриками. А мы начинаем открывать пакетики здоровские. Вот так вот он выглядит. И вот она вся коллекция монстриков, которые здесь попадаются. Давайте же открывать первый и смотреть, какой же у нас тут монстрик ожидает. Даже интересно, что нам здесь попадется. Вот такая вот слизь классная. Сейчас мы их в конце польем. Она попалась нам оранжевого цвета. Так, откладываем слизь вот сюда вот. И давайте посмотрим, кто нам попался первым. Ух ты! У меня такой фигурки нету. Здорово! Это новая коллекционная фигурка. Давайте рассмотрим. Смотрите, какая она красивая и классная. Вот так вот машет ручками, всем передает приветик. Классная первая фигурка, у меня такой нету, и она занимает почетное место в нашей коллекции. Смотрите, какая красотка. А мы открываем следующий пакетик и смотрим, что же за фигурка нас здесь ожидает. Так, опять у нас попалась вот такая вот оранжевая слизь. Давайте сюда ее положим, поставим и смотрим, кто нам следующий попался. Смотрите, какой герой. Классный. У нас, по-моему, такого тоже нет или есть, точно не помню. Вроде даже есть. Кто посмотрел мои выпуски, точно и напишите, такой есть ли у нас герой в коллекции или нету. Ну, тоже он классный. Вот он. Смотрите, как здорово выглядит. По-моему, у меня все-таки такого нету. Здесь написано Китай и Disney Pixar. В общем, еще одна здоровская фигурка. Качественная, резиновая. Дрожки такие классные. Также занимает он здоровское место в моей коллекции. А у нас коллекция собирается потихонечку. Упали наш персонажик. А мы открываем следующий пакетик. Так, и смотрим, кто же здесь нам попался. Так, давайте откроем. И смотрим. Еще одна слизь попалась. Ух ты, вот это вот монстрик. Смотрите, какой он классный. Такие глаза, зубы огромные, зеленый. Вот этого точно у меня монстра нету. Очень он красивый и классный. Такая кофточка у него смешная, рваная. Даже не помещается в ней. Вся футболка порвалась. Очень красивая фигурка монстрика. Также Disney Pixar. Китайское производство. Очень красивая, классная фигурка. Воу, класс. Смотрите, какая здоровская пополнение в моей коллекции. Вот это вот супер круто. А мы берем следующий пакетик и открываем его. Давайте поглядим же, кто же нам здесь-то попался. Ух ты, новая слизь, смотрите. Крутая, зеленая новая слизь нам попалась. Вот это класс. Так, и давайте смотреть саму фигурку. Кто же здесь нам попался? Какой-то маленький. Смотрите, какой персонаж. У меня такого тоже еще нету. Так, смотрите, какой гуманоид. Классный, у него ошейник такой шипованный, один глаз у него, вот так вот он весь гнется. У меня точно такого еще нету, такие лапки у него. Смотрите, какая красивая тоже фигурочка здоровская. Такой глаз один смешной, класс, и реснички есть, и голубой глазик, класс. Смотрите, какая у нас собирается коллекция, классная. А мы продолжаем открывать следующий пакетик. Открываем. Давайте смотреть, кто же нам здесь попался. Итак, сейчас я его открою и покажу вам. Так, смотрим. Опять слизь оранжевая нам попалась. И следующий монстрик. Ничего себе! Вот это супер крутой монстр. У меня такого тоже нету. Вот это нам везет, ребята. Все разные монстрики. Вы посмотрите, какие у него здоровские рога. Какая кофта классная. Фиолетовый цвет, лапки. Вот это класс. Настоящая классная фигурка нашего любимого мультика. Университет монстров. Очень красивая, классная. Мне нравится. Ставим в коллекцию. Давайте вот сюда его поставим. Настоящая классная фигурка. Большая.
И у нас еще один пакетик остался классный. Давайте открывать его и смотреть, что за здоровские фигурки нам еще попадутся. Так, открываем, видим слизь еще одну оранжевую. И давайте смотреть последнего сегодня монстрика. Такого у меня тоже нету. Это такой краб в кепке. Краб грузин будет с такой кепочки смешной. Зубы у него, глазик такой розовый, лапки. Настоящая классная коллекционная фигурка. Качественная по покраске, дефектов тоже нету. Очень красивая, качественная фигурка. Мне нравится. И вот она вся коллекция, которая нам сегодня попалась перед вами. Очень красивые, классные фигурочки. Ну что, ребята, монстрики попросили, чтобы я их искупал в слизи. И давайте же открывать эту слизь замечательную и полюбовать монстриков наших. Начинаем, смотрите, как классно. Вот так вот прям сейчас всех зальем их слизью. Класс какой. И на солнышке жарко. И мы сейчас их охладим. И вот так вот первый крабик наш весь в слизи. Класс какой. Давайте берем следующую слизь. Вы же любите, когда я их мажу всех слизью. Я тоже это люблю делать. И давайте пачкать всех. Сейчас мы всех слизи испачкаем. Так, вторая слизь тоже готова. И давайте поставим нашему монстрику, чтобы он был весь в слизи. Вот так вот. Следующая слизь. Итак, давайте открывать следующую. Смотрите, сколько сегодня будет классной слизи у нас в выпуске. Вот это классная слизь. Смешно-то как, смотрите, смотрится он весь в слизи. Так, все падают у нас. Не хотят купаться, что ли, вроде тепло. Так, ну-ка, не падать. Встает. Еще одну фигурку, сейчас мы все в слизи испачкаем. Вот так вот. Класс. И еще один пакетик со слизью отправляется на монстрика. Вот так вот прям. Все в слизи у нас сегодня. Вы посмотрите, слизи. Выпуск прям получился. Класс. И следующий пакетик зеленый. Польем сверху для красоты. И смотрите, как здорово теперь у нас все монстрики смотрятся. Они все в слизи своей любимой. Классно! Посмотрите! Ну что, ребята, вот таких мы с вами монстриков сегодня нашли. И у нас получилась вот такая гора слизи. Такой еще горы слизи у меня ни разу не было. Смотрите, какая огромная куча слизи. С ней можно здорово играться и кидаться. И вообще, все, что хочешь, можно делать. Это очень классно. А вы были на канале Супер Игрушки. И мы вместе с вами нашли таких красивых монстриков. Обязательно подписывайся, зови друзей на канал. И смотри обязательно прошлые выпуски про этих замечательных, красивых монстриков. А мы увидимся в следующем выпуске на моем канале Супер Игрушки. Всем пока, друзья. Goodbye, my friends.